категориях выясняли, кто победитель. Молодой парень, 21 год, он тогда себя зарекомендовал, как бы неплохо, но сыроват был. А Цивилев Александр, наоборот, должен был участвовать. И, кстати, он должен был драться с Демидовым. Вот. Mm-hmm. Они так даже резво начали, хочу заметить. Ну, Цивилев, и как гласит его профайл, чемпион Южного федерального округа по кудо, вида спорта, который мне лично наиболее близок. Вот. И выходил вполне так в характере. Сразу перевод. Да, я хочу заметить, вот, кстати, в прошлом году Миша именно проиграл переводами в партер. Конечно. Бойцу из Кабардино-Балкарии. И я вижу, что он не терял время даром. Он, видно, занимался именно борцовской техникой. И вот сумел продемонстрировать. Конечно, нет. Ну, бросил довольно уверенно. Хотя, я считаю, не совсем удобно ему было, потому что Цивилев все-таки такой товарищ. Низкий, коренастый. Да, низкий, коренастый. И, ну, молодец. Сейчас, например, все делает абсолютно верно, поскольку вот эта тактика замучить, она очень хорошо работает именно на тяжелых, на больших парнях, учитывая, что у Александра, у него вес 125 килограммов. То есть на тебе, когда сидят бойцы весом Михаила Демидова 126, это и свой-то вес нормально приходится подрабатывать. Плюс вот такой вот товарищ, когда сверху засел и начинает добивать, может быть отдельно кисло. Да, ну парень еще молодой, все равно у него, я считаю, есть перспективы. Главное, чтобы у него было стремление. Пока что он проявляет большое желание. Мы делали также по возможности, помогали. Просто мы все понимаем, да, ребят в тяжелом весе не так много. Вот сейчас пытается атаковать Михаил. Цивилеву достаточно добить. Да, достаточно сложно сопротивляться, но. На середину. Подняли. Я не знаю, что было. Может, туда на середину. На середину отказ. Отказ, да. Здесь Ашот Ашигян сделал все грамотно. В углу мешали добивать, он перевел на середину, говорит, в партер. И Александр в этот момент говорит, слушайте, давайте не будем. Ну вот, кстати, Миша показал свою, так сказать, прыткость, показал вертушку. Показал, что несмотря на свою тяжесть, он умеет двигаться быстро. Но это все молодость. Ну, да, мы с вами напомним, то, что это все-таки всего-навсего 21 год. Это 21 гигант. Год, да. Тяжи созревают медленнее, тяжи созревают сильно не сразу, и тяжко тоже 21 год. Я хочу заметить, что он тренируется в одном зале с ребятами. В одном зале с ребятами. У них собрана неплохая компания. 5 человек в зале, которые весовой категории выше 96 килограммов. Да, ему есть чем возиться, они раздуваются, все молодые, здоровые. В связи с отказом соперника от продолжения боя техническим нокаутом Халера держал Михаил Демидова! Михаила Демидова с победой! Михаила Демидова с победой!